Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня 1 мая, мир, труд, май, как говорится. 2019 год. И мы с Георгичем по традиции, вот он там у нас сейчас купается, приехали сюда, в Варваровку, и находимся в местечке Варваровская щель. Это скалы, это море. Ну, можно сказать, абсолютно дикое место сейчас, на данный период. В ту сторону никого я не вижу. Ну, в той стороне вот там есть какая-то группа. И здесь вот судно специального назначения. Сейчас, возможно, я попробую окунуться в море. Вообще, сегодня, конечно, ветерок, и купающихся никого нет, но попробовать, конечно, можно. Вот. Вообще, конечно, вот опять же, я возвращаюсь к фильму 3+2. Вот сюда вот надо приезжать с друзьями, забираться на эти скалы, ставить там палатку и жить дикарями, просто дикарями. Вот это моя мечта, не знаю, как ее осуществить, с кем. Вот, как, замечательный какой камень, прямо весь такой прямо как в росписи какой-то. Ну, на самом деле это, конечно, кусок породы. Вот такой же вот. Здорово, конечно. Здорово, здорово, здорово. Ну, я не буду сейчас показывать, как мы купаемся. Я все-таки хочу в воду зайти. Я просто сейчас установлю камеру. Пусть она немножко снимает. Вы немножко посмотрите на море, на прибой. Вот.
Ну вот, друзья, я это сделал, я искупался. Вода, конечно, холодная, что там говорить, когда в нее вступаешь, когда в нее падаешь. Но потом уже хочется еще раз и еще раз окунуться. Вот так вот. Нашел камень, вот такой вот розовый, какой-то розовый, с какими-то такими даже прожилками, в аквариум. В аквариум возьму. И сейчас, если грунта набрать, что ли, тоже в аквариум. Вот такого вот мелкого. Ну все, друзья, вот это была Варваровская щель, скалы, прекрасное место для дикого отдыха. Вот я бы хотел, конечно, здесь побыть и пожить дикарем. Было бы здорово. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего вам доброго. Георгич прямо как абориген.